Здравствуйте, студенты. Молодежный финансовый центр совместно с одной из ведущих инвестиционных компаний нашей страны разработал уникальный курс обучения профессиональному трейдингу. Проект является дистанционным, то есть каждый из вас может участвовать в нем, не выходя из дома. Участие в этом проекте бесплатно. В нем может участвовать каждый, кто хочет сделать карьеру на рынке ценных бумаг и стать профессионалом в этой деятельности. Курс состоит из 15 заданий, после выполнения которых вам предложат работу в инвестиционной компании в качестве управляющего активами. В этом проекте уже сегодня участвует более 500 человек со всей России, с ближнего и дальнего зарубежья. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте Молодежного финансового центра и получить первое задание. Уважаемые студенты, приглашаем вас принять участие в данном проекте и получить знания по работе на фондовом рынке, а также возможность получить работу в инвестиционной компании.